Вот недалеко отошел от отеля, типа дорога такая, какофония звуков, всяких сверчков, паучков, птицы какие-то кричат, петухи слышу где-то у кого-то. Вот такая вот, такой ландшафт. Это эти оливковые деревья, вот эти вот, бля, посадил, блядь, и растут, блядь. Плодоносят, за ними ухода никакого не надо, ничего, вот они повсюду, в общем, тут их рощи целые, мужик какой-то, блядь, уже поехал. В общем, остров просыпается потихоньку, потому что днем тут невозможно что-то делать, утром и вечером только. Вот, в общем, пока так вот иду, все нормально. Мусорные баки, значит, где-то тут эти местные, блядь, живут на. Там где-то местные, блядь. У них свои огородики, наверное, вон там, как я понимаю. Сейчас вот к какому-то дому, блядь, подходим. О, блядь, вон рощу посадил, блядь. И она растет, тут какие-то арки прорыл, наверное, чтобы вода поступала или что, блядь. Пахал бы. А, тут это типа кофейни, блядь. Кантина Маро. Салаты, сэндвичи, гармоги, хот-дог, пита гюрос. Вот так вот. Погнали.